you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Самп на серии Премьер Гейм. Это Самп с русской картой. Сегодня буду работать дальнобойщиками, только что получил медицинскую карточку, потому что без медицинской карточки нельзя работать дальнобойщиком. Ну, довольно-таки прикольно сделано, на самом деле. И сегодня я хочу показать вам работу дальнобойщика, да и сам посмотреть, в принципе, что она из себя представляет, и вам показать. Посмотрим, сколько там платят, в принципе. Так, тут камера есть. Блин, вот круто, когда у вас 18 уровень. Вы можете ездить, у вас, вам даже штрафы не приходят. А с 20 уровня начинается высасывание денег, так сказать. Поэтому хреново мне немного. Блин, обратно я на красный проехал. Что такое? Пока я 4-15 не продал, блин, что-то мне просто 4-ка больше нравится, поэтому я что-то 4-кой называю, постоянно путаю. Мне 4-ка больше нравится, но ее продавать я не знаю. Лупатова продавали за 800 тысяч сначала, потом за 850. За 800 я бы взял, но я бы... Пришлось бы мне дать все мои деньги. Я бы остался бы без денег вообще. Тем более мне надо было бы слить 4-ку в ВОЗ. Ну а, блин, этого делать я не хотел. Короче, лучше заработаю денег и потом уже что-нибудь себе куплю. Так, фура есть, кстати. Что там? Глушим ее. Закрытая. Вот, работа дальнобойщика. А, поздравляю с... Ага. Теперь берем рейс. Берем рейс. А чё по курсу вообще? Заводимся. Направляйтесь на точку и берите заказ. Окей. Кстати, он аренда лодок, вон есть. Так. Металл. Завод. Военная база. На военную базу смысла нету ехать. Блин, я даже не знаю, куда поехать. А где больше платят? Завод. УМВД завод. Я хз. Индивидуально завод. Предприятие города. Военная база. Возьмем на военную базу. Хрен с ним, поехали. Я-то не против. Фары включаем. Вот такое скание у нас задается. Давайте вид от первого лица попробуем. Не советую, блять. Салон просто ущербный. Не в обиду разрабам, но реально салон просто дерьмо. Его нету почти, поэтому не знаю. Салон вообще отстой. Блин, вообще охрененное, кстати, скание. Вот салон, конечно, да, дерьмище. Не спорю. Кстати, лимит, я постоянно забываю выключать лимит на всех транспортах. Во, все. Камера просто еще, да? Вот она, сучка. Я тебя вижу, блядь, курва. Так, теперь можно притопить. На фуре, конечно, притопить, это сильно сказано, но все же. Все же. Крузачок поехал. Так. Не, ну фура вообще тема. Куда нам там ехать хоть? Поворотники, кстати, есть тоже. Конечно, не точно работают, но все же они есть, это хорошо. Так, военная база. Я не знаю, где она вообще находится. Ладно, в принципе, поедем, там узнаем. Там как раз и узнаем. Наверное, сюда вот, ну, вот одна военная база здесь только. Военный билет я не хочу идти получать, потому что как бы с армии не смогу убежать. Поэтому я не хочу этого делать. И не буду это делать. Ну, блин, так и знал, что штрафуют. Это нормально. У меня скани вообще конфетка, кстати. Очень такая прикольненькая. P420. Неплохо, неплохо. Так, нам мы едем, судя по всему, на загрузку. Как я понимаю. Да. Где у нас эта загрузка находится? В жопе мира, да? Ну, почти. Почти в жопе мира. Так, пока можно выключить, потому что так приятнее ехать. Согласитесь. Вот так вообще по кайфу ехать. Скани, конечно, конфетка. Блин, чем больше и больше я играю, тем больше и больше мне нравится этот проект. Хотя я раньше здесь играл, 2 года назад, но
Эмоции, кстати, те же, прям, блин. Я тогда еще вау, все видел, такой вау, вообще круто. А сейчас этого еще больше крутого сделали. Просто охрененно. Вот реально, просто, кто бы еще не говорил, но я расхвалю просто и всем советую. Просто всем советую заходить играть. Все ссылочки будут, если что, в описании. Так, мы почти доехали, там где-то чекпоинт должен быть на загрузку, по идее. Да, вон он. Давайте сейчас бочком дадим, да. Столбишник слоем, нормально. Давайте возьмем 5000 пули. Это типа секунды? Серьезно? Ну ладно, давайте подождем. Блин, я думал, это будет... Премии не будет. Чё? Какая премия? Я, блин, думал, эти 4 минуты будут длиться вечно просто. Это реально было настолько долго. Это просто жесть. Реально, я просто охренел. 5000 это... Загрузил 4 минуты просто. Я охренел. Реально, конечно, это... Фулл РП и так далее, но, блин... Это долго. Это реально долго. Давайте поворачиваем. Блин, я хочу себе такую Шкоду. Вот почему ее нету в автосалоне? Вот какого хрена? Машины редко, блин, в автосалон добавляют. Вот это, ну как редко. Там есть, конечно, машины дешевые, дорогие, но в основном это дешевые и дорогие, а средних нету. Там за 500 тысяч. Но есть Приора, там Веста, но нахер надо. Как бы... Я узнал, сколько стоит этот, как его, лупатый лям, он стоит, по-моему, ну, с автосалона, а с рук можно за 800-850 взять. Это таки прикольно. Я бы себе на самом деле взял. Сейчас посмотрим, сколько мы заработаем денег. Так, блять. Эти штрафы задолбали уже, серьезно. Просто задолбали. Нам на военную базу везти, я так понял. Ну блин, 5000. Вот я загрузил 5000 штук. Сколько мне должны денег дать? Я прям не знаю. Серьезно, я не знаю. Я вот не знаю, сколько здесь платят, вообще не знаю. Но здесь дальнобойщики такие очень реалистичные. Че он выебывается, блять? Сейчас, сука, как въеду нахуй бочину. Да выебываешься. Так, куда мне этот чекпоинт? Где чекпоинт? К воротам. К воротам, хорошо, без проблем. Без проблем. Сейчас развернемся. Ну как развернемся? Я хотел боком дать, но что-то не пошел. Он боком. А им надо всего лишь... Склад армии полный. И чё, блядь, мне делать? И чё мне, по-вашему, делать, если он полный? Так, надо команды по работам. Это нормально? Я вышел с тачки, она закрылась. Я не могу в неё сесть. Вы далеко от машины. Давайте репорт напишем. Помогите, у меня... Моя фура закрылась, я сесть не могу. Ты чё, блин, скотина? Вы далеко от машины. У меня фура закрылась. Так, всё, мне админы помогли. Даже такие очень помогли. Просто надо было ближе к кузову открывать машину. Ну, походу, божок небольшой. Ну, ничего страшного. Теперь мне снова надо ехать на загрузку. Блин, я не знаю, что произошло. Я, кстати, не знаю, как курс посмотреть. Давайте в репорт напишем. Хотя ладно, хрен с ним. Неважно, какой курс. В принципе, и так разберемся. Что это, X5? Да. Вот X5 и M5, прям, и GTR здесь самые лучшие машины, как по мне. Конечно, я
не ездил ни на BMW, ни на GTR, ни на X5, но я так думаю, в принципе. Казик, ну вон нахер. Этот Казик еще все бабки проиграть. Так, я взял, мне пишет, плечи быстрее, чем за 180 секунд, чтобы получить премию. Хотя, блин, прошло всего лишь вообще понты, на самом деле. Просто 180 секунд, мне сразу 120 секунд показало, и все, не 180. Меня наебали на секунды. Блин, так я ж только что туда ездил. Я хз, что делать? Лимит надо выключить. Лимит 0. Ладно, давай, мы должны успеть. Наверное. Я думаю, мы, в принципе, успеем, но... Ладно. Просто штраф получить. Хотя, блин, ну... Как бы я тогда только что подъезжал. Почему он не хочет брать товары? Я не понимаю, блин. Я не могу разобраться в этой системе. На самом-то деле. Прям не могу. Давайте поедем сюда. Так, мы уже подъезжаем. Давайте аккуратненько. Ну блин, ну сейчас оно обратно напишет, что типа не надо. Склад полный. Я же говорил. Ай, бре. Короче, было решение взять другую фуру, потому что я заебался. Ай. Так, погнали, возьмем уже груз. Это я походу тупой, потому что реально склад военной базы был полный. Так, груз. Угу. Завод. Откуда груз? Завод, груз. Тут где у нас военка была? Так, тут 9. Тут 97 тысяч. Надо где меньше там убрать. Давайте у МВД поедем. Все-таки. Погнали. Блин, за это время, что я мучаюсь, я бы мог, конечно, уже заработать на автобусе много денег, на самом деле. 1030, наверное. Потому что я уже эту серию снимаю на протяжении, наверное, минут 40. Серьезно. И реально, блин. Это просто жесть. Я жестко, наверное, туплю, наверное. Но я все просто долго не играл, как бы. Я вот первый день играю, вернулся только на проект спустя 2 года. Поэтому как-то так. Только не 300 минут. Так, мне надо 2000. Можно? Во, сразу загрузилось. В натуре. Серьезно? Хм, странно. 2000 вообще на изи загрузился. Тут 3 ждал так долго, блин. Нормально, чё. Ну, я взял 2000, потому что, блядь. Ну, вон нахер, много брать. Там, в принципе, вроде не хватает. 2700 вроде. Но я 2000 взял, чтобы прям уже точно, чтобы отвезти хоть какие-то деньги получить. Серьезно. Хоть какие-то бабки получить. Так, сюда поворачиваем. Так, красный, стоим. Только сделаем вот так вот еще. Конечно, я уже покоцал свой грузовик. У МВД. Стоянова. Как называется? Вол. Березки. Ну, тут о доме здесь мне только мечтать нужно. Больше ничего. Больше ничего. На самом-то деле. Да. Кстати, кто может там дать на тест-драйв GTR, Huracan, BMW M5 60, то пишите мне в ВК. Буду очень рад взять на видосик одну, ну, короче, вашу тачку. Сюда поедем, сюда, наверное. Потому что я хочу оценить эти машинки, особенно Huracan. Я слышу, что... Сколько ебать машин, сколько, я ебал, на. Мне о таком реально только мечтать. Просто мечтать. Это 100%. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Так, проезжаем. Аккуратненько. Аккуратненько едем. Поворачиваем. Тихо, тихо, тихо. Так. Все. Осталось нам доехать вот сюда еще. Я Силупатова хочу. Так. Доехали. Чё за... Чё, сука, охуела? Давай, заезжай. Чё, мне чё-то написала?
Вызвались и заработали 1000 рублей плюс. Чё? Чё так мало? Чё так, ёптвою, мало? Да уж, ну думаю, на этом, в принципе, будем заканчивать. Я не знаю, может, я что-то неправильно сделал, поправьте меня в комментариях. Но чё-то маловато, вам так не кажется? Ну думаю, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Все ссылочки есть в описании. Заходите на серии Райки. Ждите новых серий и стримов. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying. Oh.